Особенность формата выездной администрации в том, что на все насущные вопросы и сопутствующие им дополнения можно получить ответы здесь и сейчас. А главное, в комплексе. Специалисты профильных управлений находятся рядом, за соседними столами. Да и проблематика хорошо ими изучена. И накоплен опыт ее разрешения. Министру ЖКХ Московской области Антону Велиховскому понятны все нюансы по вопросу вывоза твердых бытовых отходов. Тут важен прямой контакт с региональным оператором. Я прошу, если вы можете сейчас сказать дату, когда удобно, еще раз собраться и непосредственно с представителем регионального оператора, а я прошу взять на контроль, чтобы представитель был на месте. Когда, или мы там вот завтра наберем вам, и вы скажете, когда удобно. Неповоротливость некоторых структур в системе ЖКХ хорошо известна. Этот мытищенец демонстрирует видеодокумент, как работает ливневая канализация на улице Колпакова. Плохо работает, заливает, создается угроза домовому имуществу. И история эта явно затянулась на годы. Обращался в водосток, чтобы они это сделали. Что-то неправильно. Решения нет. Каждая отдельная бытовая история обрастает своей мифологией, эмоциональными оценками. Но решение всегда находится в очном разговоре. Это делает прозрачной саму работу по многим направлениям и по тому же капитальному ремонту многоквартирных домов. А претензий здесь немало. Так как у жителей достаточно много вопросов по проведению капитального ремонта, то мы договорились непосредственно вот сейчас с представителями жителей о том, что буквально на следующей неделе представители фонда капитального ремонта соберут всю проектную документацию, все экспертизы, возьмут подрядчика и непосредственно приедут на дом, соберут жителей для того, чтобы дать им разъяснение, что будет делаться, в какие сроки. В открытом диалоге фиксируются все замечания и пожелания горожан. А это предполагает и выполнение всех обязательств. Важно, что диалог никогда не прерывается. Сергей Берзин, Первый Мытищинский.